двигатель 5,5 бензиновый, 585 лошадиных сил, автоматическая коробка передач. Полный привод. Машина 2017 года выпуска. Установка карбонового спойлера двери багажника. Считаю, что он отлично сочетается с карбоновыми накладками на ручках дверей, а также с черной полоской над фонарями, которая раньше была хромированной, но я сделал антихром, затянув ее черной пленкой. Проделанные работы – снятие штатного спойлера. Очистка поверхности двери багажника от старого двустороннего скотча. Установка нового карбонового спойлера.